Шушинский филиал Минусинского ДРСУ-10 за свою 50-летнюю историю не раз менял название. Однако задачами и зоной ответственности предприятия всегда оставалось содержание в порядке межпоселенческих дорог Шушинского района. Весь набор работ по содержанию дорог – это делаем мы по дорогам общего пользования. То есть мы заключаем долгосрочные контракты с управлением автомобильных дорог по Красноярскому краю, который является владельцем дорог общего пользования. И в перечень работ входят полный уход за дорогой. То есть окашивание, окраска, замена дорожных знаков, ремонт покрытий, то есть ямочный ремонт, нанесение дорожных разметок, весь комплекс работ, уход за дорожной полосой, за сервисом, который на дороге есть. Это все входит в наши обязанности. Предприятие участвует в торгах и работает по контрактам в муниципалитетах района. Сейчас, к примеру, идет укладка дорожного полотна по улице Московской, поселка Ильичево. Покрытие везде изношено. Поэтому, если есть деньги, лучше сделать, конечно, асфальт, а не эти ямочки, которые к осени вылетят. Буквально в течение 2 месяцев. И все. В прошлом году мы сделали вот этот участок под грейдер. Сколько тут? 40 метров, наверное. Им понравилось. В этом году мы сделали уже, делаем под укладчик 230. И параллельно сыпем улицу в деревне Корнилово. За годы работы на предприятии сложился небольшой, но дружный и ответственный коллектив. Всего около 60 человек, каждый из которых имеет по несколько специальностей. За каждым работником, вот механизатором, закреплено по несколько единиц техники. То есть, ну вы понимаете, что функционал, да, техники, вот скажем, каток, он нужен только вот при устройстве асфальтобетонных покрытий. Завтра нет этой работы. Этот машинист садится на автогрейдер, за ним еще автогрейдер закреплен. Кроме того, еще может закрепленный трактор с косилкой там, или с плужным оборудованием, или для щетками для очистки покрытий и так далее. Постепенно предприятие приобретает и новую технику. В арсенале шушинских дорожников новый экскаватор, бульдозер, погрузчик, ручной снегоуборщик, виброплита. В перспективе замена асфальтоукладчика, который устарел и не соответствует современным требованиям. Глава Ильичевского сельсовета Иван Меркель всегда внимательно следит за работами по благоустройству в своем поселке. Ведь деньги на новое дорожное полотно собирались буквально по копеечке. У нас в общем ушло более 1 000 000 средств. Из них 147 тысяч – это краевой дорожный фонд, остальные – собственные средства. Но вы знаете, разом это не сделаешь. Это делается пошагово, надо выбрать приоритеты, надо заниматься увеличением доходной части, потому что без этого и не ждать мана с неба, потому что мы все везде только слышим, у нас кризис, у нас инфляция. Да? Самое главное – приоритет – это благоустройство. Понимаете, вот я считаю, это правильно, потому что вот если каждый год делать что-то на улучшение, то, понимаете, и народ тянется. Улица Ильичево – последний объект летнего сезона для шушинского филиала ДРСУ. Впереди осень и зима – достаточно непростое время для дорожников.